Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу показать вам стиральную машину, которую мы приобрели 2 месяца тому назад. Марка Samsung. Инструкция по эксплуатации и фактуры. Ее стоило на момент покупки 550 евро. Так, с копейками пишет. Кстати говоря, хорошая очень инструкция, где все температуры, все как устанавливать, все как делать, все очень хорошо расписано. Эта стиральная машина относится к классу эффективности А и 3+. Очень экономичная. Расход энергии где-то 116 кВт в год. В этой стиральной машине применена инверторная технология. Гарантия 10 лет двигателю. Моющее средство для предварительной стирки, для грязного белья. Это для основной стирки и здесь для кондиционера. Я пользуюсь в основном только этим, потому что грязного белья практически нет. Итак, что в этой машинке нам приглянулось? Сейчас очень много этой модели продают с такой выемкой на крышке барабана, где можно закладывать в процессе стирки белье. Допустим, забыли вы что-то или что. Мы не выбрали эту модель по простой причине. Здесь, видите, окно. Я вешаю белье вот здесь. И получается, мне надо через эту машинку открывать вот эту часть створки и вешать белье. И если бы здесь выступала эта часть, мне бы было недостаточно места. По этой причине мы выбрали именно эту модель стиральной машины. Вместимость этой стиральной машины 8 килограмм белья. Стиральная машина очень чувствительная. Сейчас я вам покажу, как управлять этой стиральной машиной. Это сенсорная панель. Прикасаемся слегка до этой кнопки. Видите? Загорается табло и сразу же устанавливается время на хлопок, стирку хлопка. 40 градусов, 2 полоскания, центрифуга 1400 оборотов в минуту. Вы можете изменить все это. Прикасаемся к этой кнопочке и сразу начинает работать стиральная машина. Если вы хотите ее остановить, точно так же прикасаете к ней и останавливается она. Можете изменить в этот момент программу стирки. Допустим, если я хочу поставить 60 градусов температуру, нажимаю, прикасаюсь просто к температуре, вот. Можно до 90 градусов хлопок изменить. Допустим, полоскание до 5 полосканий можно производить. Я прикасаюсь. Вот 3, 4. И время меняется. То есть, если больше полосканий, естественно, и время будет затрачено больше. Или 5 полосканий. Тогда 2 часа уйдет при этой программе. Дальше. Центрифуга. 1400 оборотов в минуту – это максимально. Можно уменьшить или увеличить. 400 есть, 800. Я летом обычно ставлю 800. Необычно при этой машинке. Эта машинка очень хорошо выжимает белье. Поэтому 800 на лето достаточно. Но можно увеличить, естественно, 1000. Все, вы выбрали опции. Допустим, хлопок я стираю. Но здесь есть еще другая опция. Хлопок – более экономичный режим затраты энергии. Тогда мы переключаем сюда. Видите, время как сразу увеличилось. Но здесь учтите, что я устанавливаю программу без загрузки белья. Как только мы загрузим белье, машина автоматически изменит этот параметр по весу белья. И в процессе стирки, как только начнет машинка наполняться водой, и белье ваше
станет влажным, оно увеличится вес, и, соответственно, этот параметр изменится. Короче говоря, я уже испытала и этот параметр, и верхний хлопок. Ну, как часто мы хлопок стираем, белье у нас. И получается, вот при этом параметре у меня при загрузке постельного белья, рубашки там и все такое прочее, при этом у меня около 3 часов стирает, 2,50 с чем-то минут. А если установить на хлопок просто, то 1,5 часа. Я пользуюсь больше вот этой функцией. Плевать я хотела на экономию энергии, но мне нужно время, чтобы быстрее повесить белье. Вот, световой день. Полоскание. Обычно я ставлю уж 3 полоскания обязательно. Но кому как, допустим, ребенку, может быть, белье еще лучше надо споласкивать, чтобы моющие средства отмыть, чтобы меньше, особенно люди, кто страдает аллергией. В этой стиральной машинке 14 программ можно выбрать. Что хорошо? Быстрая программа, допустим. Стирка 15 минут с холодной водой. Но если вы температуру повышаете, вот 20 уже градусов, она увеличивается по времени 19 минут. Если еще выше температура, естественно, увеличивается и время стирки. Дальше. Быстрая тоже 39. Я вот ею очень часто пользуюсь, потому что здесь максимальная температура 40 градусов, очень даже подходит. И также можно выбирать сполоскание, центрифугу, отжим. Так, экономичная стирка, час 10. Это при холодной воде. Дальше есть темная одежда, шерстяных изделий, деликатная, синтетику можно выбирать программу. Постельного белья. Дальше. Верхние одежды. Здесь еще есть функции. Легкая глажка. Ну, легкая глажка, по сути дела, 800, центрифуга 800. Я вот посмотрела. То есть отжим. Вот в чем разница. Стирка для загрязненного белья. Точно так же можно ставить. Дальше программу можно поставить по времени. Вы хотите, вот, допустим, чтобы машина включилась в одно время, отключилась в другое. Тоже можно запланировать эту функцию. Что хорошо, здесь идет отдельно можно полоскание проводить с центрифугой. Можно проводить просто центрифугу. Выбираем операцию. Центрифуга, допустим, полоскание с центрифугой 18 минут уйдет. Или просто центрифуга 13 минут. Дальше. Вот здесь есть операция очистка барабана. Вот она включается. У вас сигнал. Я вам покажу сейчас, потому что я буду включать сейчас очистку барабана. Через 40 циклов стирки появляется вот на экране здесь значок. И начинает мигать вот в этой части, где очистка барабана, стрелочка мигает, светящаяся, что пора чистить барабан. Вот сегодня я этим занялась и вам засняла, как это происходит. Пришло время чистить барабан, сигнал мигающий. Если его игнорировать, то он будет появляться 6 раз подряд, на 7-й раз он исчезнет. Только после опять второго круга 40-й стирки он опять появится. Это имейте в виду. Но я все-таки хочу его прочистить, потому что здесь очищается и резина внутри барабана, вот на крышке, что находится, и все-таки дезинфекция. Итак, включаем. Устанавливаем очистку барабана. Все, 2 часа 23 минуты. Он уже автоматически выбрал мне температуру 60 градусов. Очистка производится при температуре 60-70 градусов. И отжим, видимо, там скорость высокую, он сразу же устанавливает. Осталось только включить. Все. Он самостоятельно нам очистит барабан. Смотрите. Внутри барабана, надеюсь, видно, откуда-то пенка. Хотя я моющего продукта никакого туда не нанесла.
насыпала. На стенках барабана, крышки, аккумулируется наш порошок, моющее средство. При очистке барабана нельзя использовать ничего, чисто вода. Осталось 1:57. Пены уже нет никакой внутри. Барабан чистый. Осталось 5 минут. Дальше. На этой машине есть функция смарт-контроль, которая дает возможность управлять через интернет, даже не находясь дома. Для этого вам нужно закачать на смартфон приложение. И через него уже вы можете контролировать все эти функции, данные, которые здесь на дисплее, они появятся у вас в вашем приложении на смартфоне. Эта функция также проводит диагностику и выдает рекомендации, как устранить неполадки. Если кто-то не будет пользоваться этой функцией, можно приобрести стиральную машину и подешевле без этой функции. Но мне кажется, сейчас в современных машинах везде устанавливают эту функцию. Смарт-контроль. Вот, пожалуйста, нам нужен Wi-Fi и приложение. Резюме. Стиральная машина мне очень нравится по объему загружаемого белья, по функциям, которые она выполняет. Очень нравится качество стирки. И то, что можно вот, очищение внутренней поверхности производить, есть эта функция. Всего доброго! Если возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я постараюсь на них ответить.